Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередных посылок с сайта AliExpress. Здесь заказ по акции «Выгода умножить на 3» с сайта AliExpress. Давайте откроем и оценим все это. Заказ был разделен на 3 посылки, но все доставили одновременно за 2 недели. Вот давайте начнем с этой маленькой посылки. Упаковано все в полиэтиленовые пакеты почтовые. Внутри пакета еще одна упаковка. Здесь переходник с Type-C на Type-C и 3,5 мини-джек. Аудиовыход на наушники, микрофон и тому подобное. Это я брал для планшета, потому что у меня такого выхода нет. Выхода AUX. Есть только Type-C. Хотя и наушники у меня есть Type-C, но такой разъем тоже бывает необходим. Вот здесь выход Type-C у планшета. Вставляем, и одновременно можно слушать музыку, подключив наушники или другую аппаратуру. И одновременно можно заряжать телефон. Поддерживает быструю зарядку. Так, сейчас проверим наушники. Подключаю. Включаю музыку. Правда, музыку включаю ютубовскую, чтобы не было нарушения авторских прав. Так, не знаю, будет вам слышно или нет, но наушники работают. Видите, все работает. Вот тут как бы наук. Наушники. Планшеты через переходник. Все отлично работает. Вот сейчас попробуем сделать запись на внешний микрофон. Подключил внешний радиомикрофон к планшету. В принципе, для этого я только и брал, чтобы можно было подключить внешний микрофон. Сейчас проверим, как будет работать. Но разъем Type-C поддерживает только зарядку. Передачу данных он не поддерживает. Так что будете брать, смотрите. Так, начинаем проверять. Вот у меня внешний микрофон. Включаю запись. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. Проверка внешнего микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка записи на внешний микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. Ну, я думаю, запись должна идти. Сплиттер этот должен поддерживать и наушники, и микрофон. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. Проверка внешнего микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка записи на внешний микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, два, три. Ну, я думаю, запись должна идти. Сплиттер должен поддерживать и наушники, и микрофон. Ну, в принципе, на этом и все, друзья. Буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Канал Шопинг Интернет. Да. Ссылочку на акции я оставлю в описании под видео. Переходите сразу по ссылке и выбирайте нужный вам товар. В заказе должно быть от 3 до 10 предметов. Если хотите больше, можно сделать 2-3 заказа и так далее. Очень выгодно получается. Ну, может, сплиттер можно купить и дешевле, но я взял за 2. Ну, думаю, что дешевле-то и не будет. Ну, пока.